Давайте я вам покажу, как смотреть любые фильмы, даже те, которые еще в кинотеатрах не вышли на вашем Android-смартфоне. Приложение Zona нам это все позволяет. Кстати, программа также работает на телевизорах. Более миллиона разных фильмов, старых, новых, новинок, те, которые еще толком не вышли. Все это в приложении Zona. Где его скачать, ведь в Play Market его нету. Заходим в Telegram, в поиске вводим Androhack и переходим на этот канал, на котором почти 500 000 подписчиков. Жмем кнопку подписаться, нажимаем 3 точки, поиск, вводим Zona, жмем поиск на клавиатуре и вот наше приложение. Нажимаем на него, устанавливаем, открываем и кайфуем, ребята, проверяйте.